Александр, редактируй. Ставим 2 джуля на квадратный сантиметр. Это как вы так? Плотность энергии, то, что завтра предельно допустим. Задержку, длительность импульса. У кого первый вариант? Скажи, 70 микросекунд. Управляем по аппаратику, регильную плотность энергии. Исправились. Дифракционный потери потом начальное пропускание 0, конечное пропускание электрический затвор 96%. Вот это тоже число. Кажется, опять. То расстояние будет. Длительность импульса 70%. Все. Задержку ставим побольше, чтобы можно было определить максимум коэффициент усиления. Однократно расчет. Ищем момент времени, когда у нас коэффициент усиления усилителя максимальный. Вот, побежали, посмотрели. Вот, а вот сделаем следующий микросекунд. Ведем генератор, ставим 105 микросекунд. Поставим. Теперь, выходная энергия у нас сколько? 500 мДж в сумме, 250 мДж на один импульс. Какая должна быть площадь активного элемента? Порядка 0,125 квадратных сантиметров. 0,125 это активный элемент диаметром 4 мм. Ну, поскольку вам написано, плюс 0,5%, когда будете подбирать выходную энергию, у вас может получиться такая ситуация. 250 мДж, у вас активный элемент еще работает в заданном диапазоне, то есть нет, его выходная энергия, плотность энергии не превышает предельно допустимо. А вот если будет на 5% больше, то чем вы задумываете? Поэтому 4 мм хотелось бы поставить, но есть вероятность того, что просто-напросто будет правильно. Доктор, пускай плюс минус 15. Поэтому выбираем следующий. Вести порядок. 5 мм. Дальше. Диаметр активного элемента изменили. Сразу же правим обратно синус. Что у вас 5 мм генератор, программа вас сама посчитала. Дальше. Определяем оптимальную динамику. Идем функциональный расчет. Снимаем зависимость от длины активного элемента. Количество расчетов функционального побольше. Максимум. Расчетываем. Выполним такую зависимость. Вот у нас примерно оптимальная длина. 250 мДж на выходе усилителя, то есть заданную цифру мы получаем в том случае, если ему на вход придет 73 мДж. Теперь мы оптимизируем наш генератор на выходную энергию в 73 мДж. Идем параметры генератора. Сразу определяемся диаметром активного элемента. Какой будет ближайший диаметр?
больше, чем это. Сколько нам нужно получить? Пойдете 20% коэффициента разрешения ветра, чтобы было, соответственно, сколько примерно гидративной энергии, единица плюсовая, единица минусовая. 1,2 разделить на него, сколько? 1,5, 7,3 умножить на 1,5. Выходная энергия на выходе генератора 7,5 джульта. Да? Значит, энергия, проходящая через торец активного элемента, больше во сколько раз? В единице плюс R выхода на единице минус R выхода. Правильно? R выхода ориентировочно возьмем 20%. То есть 1,2 разделить 0,8. Полтора. 7,3 умножить на 1,5. Сколько? Что это ориентировочно? 110. 110. Да? Порядка 110 миллиджоулей. 2 джоуля на квадратный сантиметр по единой плотности энергии. Какая площадь торца активного элемента должна быть? 55. Ну, порядка 0,075, да? Да. То есть порядка 3 миллиметров. Ну давайте возьмем 3 миллиметра. Ставим 3 миллиметра. Изменили диаметр активного элемента. Идем сразу же. Правим кратность телескопа. Получили гораздо больше. Там мы заходим в кратность телескопа. Давай теперь смотрим. Сиба. Нам посчитаете, это необходимо будет потом для того, чтобы подправить длинный заново, как я вам говорил, на стрелях. Но в принципе можете оставить такая есть, а там потом уточнить. Функциональный расчет, энергия накачки, один график уволен, 7,3 миллиджоуля, и еще. Какая нам требуется энергия накачки? Порядка 6,2 джоуля. Получаем то, что надо. Теперь оптимизация водной энергии. Ищем максимум. Порядка 70, ну ближайший, если порядок, будет 65. Может и 80, может и 65. 70 можно сделать, или 80. Сначала дальше. Вот коэффициент отражения какого зеркала. Максимально.
Если мы увеличим энергию накачки генератора, нам потребуется уменьшить энергию накачки генератора. И может быть, вот это уменьшение будет больше, чем увеличение в том случае. Сколько раз мы будем уменьшать тогда? До тех пор, пока не обеспечить минимальную энергию накачки. Ну вот давайте, по табличке посмотрим. Видите, у нас энергосъем в генераторе. Очень неплохо, 80%. А усилительный энергосъем тоже неплохо. Ну, в общем, как последствия. Расчет? Вот расчет однократный. Ничего себе. Чего там? Кирилл, сделай поменьше. Увеличивай. Ставим 70. Раз увеличить энергию накачки, значит нам надо подобрать новое значение центра дробления. Я думал, это я. Идем сюда, снимаем модель. Зависимость. Ну, я надеюсь, надо отбить. Где у нас оптимум помещения сразу? Чем он исполняет? Поэтому 18. Черт! Идем. 18%. Он снимает его? Ведем функциональный расчет, меняем энергию на тачку усилителя. До тех пор, пока не получим наши Ой, прости. Ищем наши 250. Я бы сказал. 17 тысяч. Даже на 3000 рублей. 3 на 10 в третьих копейки. Не, на 10 в пятых. Очень руки трясутся. Смотрим, аккуратнее.
вон же там будет. Том, хватит смотреть кадр. Мне нет, что иди, это все методички написано. Все? Это весь расчет?